Сегодняшняя тема. Теперь это наше полномочия, и мы будем осовременивать санитарные требования в области охраны труда, пояснил замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов. По его словам, Минздрав соцразвития будет вносить изменения во все санпины, в которые сочтет необходимым. Он отметил, что это не значит, что все санпины будут пересмотрены. Однако те документы, которые не имеют под собой научных исследований, будут отменены. А те, которые недостаточны, будут усилены, уточнил чиновник. В связи с этим в министерстве создана специальная рабочая группа. Сафонов добавил, что теперь Роспотребнадзор сможет только предлагать изменения в существующие нормативы, а не утверждать их. Это касается всех документов, подчеркнул он. Источник, farmvesnik.ru Ставь лайк и подписывайся на наш канал.